я бы сказал, что тип лидерства, я когда-то писал об этом, вот по сюжету, судя, как его представили как отец народа, но это как бы сын народа, президент наш. И он пользуется, как сказал Владимир, он вдохновляющий тип лидера, эмпатией, поддержкой людей вот чисто на человеческом уровне. Это большой плюс. И он бы, я бы сказал, что он как бы гибкий демократический лидер, потому что это представитель типичного украинского среднего класса, условно скажем так, да. И вот в украинской специфике нет четкой вертикали, что можно сказать, да, что это лидер, который ведет. То есть он лидер, который прислушивается к своему обществу и выражает то, что общество хочет услышать. Я бы вот так сказал, да. А касательно международного фактора, то действительно, да, Украине очень повезло. Сейчас, конечно, очень даже немножко смешно читать дискуссии, которые были в 2019 году, вот эти все видеообращения различных политиков, голосуй не по приколу, либо, да, там, что нас ждет какая-то катастрофа. Вот в плане как раз международном и в плане как знамя, это сейчас, ну, лучше нельзя было бы придумать. Потому что и его бэкграунд, который, да, там, во время избирательной кампании был, работал, пытались его повернуть против него, да, что он там работал в шоу-бизнесе длительное время. И вот эта вся история, она очень медийна с точки зрения западного там зрителя, когда комик, стендапер, ну это упрощение, конечно, потому что президент был, он не просто комиком, он был достаточно крупным медиа-менеджером. Но так как это все представляют, упрощают для зрителя, борется сейчас с абсолютным злом, которое представляет Российская Федерация, с агентом КГБ, с убийцами, которые используют боевые отравляющие газы, убивают там с помощью радиации. Оказалось, да, что во всей Европе нашелся один человек, который выразил вот это желание сопротивляться растущему отрицательному влиянию России. И поэтому, с этой стороны, конечно, это огромнейший плюс, потому что в политике, в мире политики все передается символами. Да, и не всегда даже эти символы адекватны, да, и каждый может, конечно, свою порцию критики в адрес Зеленского дать, его политики, особенно мы, украинцы, которые видим это, но с точки зрения эмоций, картинки, это практически сейчас на международного зрителя это работает идеально, потому что, находясь в Лондоне, да, там, слышишь мнение, что интересно, от представителей, опять же, это субъективное мнение людей, которые жили в Афганистане до того, как там пришли к власти талибы, и вот они тоже восхищены Зеленским. Они говорят, вот если бы у нас был такой лидер, у нас бы государство не завалилось, а наш президент сбежал. И вот, вот эти простые эмоции, простые, понятные каждому человеку, они сейчас работают в огромный плюс в Украину, потому что рейтинг Зеленского получается во многом выше рейтингов местных национальных лидеров. И они сейчас пытаются дотянуться до него, соответствовать. Это и использование специальной одежды под Зеленского со стороны Макрона, да, там, президента Франции, и многие другие вещи. Конечно же, нам надо отдавать себе отчет, что так будет не всегда, и, возможно, скоро это настроение поменяется, но то, что оно было, то, что оно закрепилось в памяти людей, даже, да, вот я сейчас, мои коллеги, с которыми я там прохожу определенное обучение в Лондоне, они мне скидывают цитаты Зеленского из предвыборной кампании, абсолютно британцы, местные, когда он шел только еще в президенты. Вот эти простые, понятные каждому человеку, в принципе, независимо от его национальности, происхождения, месседжи,